Так, обрабатываем вот эту сторону. Она у нас такая более темно-зелененькая получается. Так, тоже ориентируюсь на такой более болотный. Так. Градиент как лучше поставить? Ну, вот так вот неплохо. Так, сделаем более темный. Ну, допустим. И сразу же покрасим вот эту штуку тоже. Просто чтобы было. Так, и теперь давайте цвета. Светлее, да, должен быть. Допустим, вот такой, и вот это тоже светлее. Теперь как-то это все сбалансируем. Ну, допустим, да. Такое у нас получается. Добавим. Кстати, можно делать, ну, не так, если так слишком как-то затрудительно. Просто двигать немножечко вверх. Белый цвет. И на клавиатуре. Вот так вот наверх поднимаем. Конечно же, у нас тут не белый, у нас тут более такой. Собственно, такой же, только с элементами, да, светлыми. Сделаем линейный. Так, слишком белый нам не надо. Ну, что-то типа того, да? Кстати, вот это вот, мне кажется, надо сделать ее. Ну, вот так вот, да, более вогнутой. Так, вот эти два слоя можно объединить и в группу, да, чтобы они были, собственно, вместе. Так, давайте сделаем что-то тут, какие-то тоже какие-то полосочки у нас. Это, наверное, уже даже можно сделать просто кривыми. Так, давайте поэкспериментируем. Так, допустим, осветление. Толщину поставим побольше. А чтобы по краям стояло ровно черный, иначе края будет видно. И это все добро. Переносим. Получается вниз. Слишком вниз. Так, вот это, я думаю, надо удалить, а то он нам очень сильно мешает. Так, вот он мой слой. Вот под него переносим. Кстати, вот с этим слоем можно тоже Ctrl-C, Ctrl-F сделать его белым.
А где он? Это он, что ли? Вот, и с помощью меш. Давайте его изолируем. Так, изолировать. Где-нибудь сюда вот поставим меш. Так, нет, не то. Так, и вот. Так. Значит, вот так. Вот, и давайте, допустим, вот на эти точки сделаем серый. Вот. Типа то. И придаем ему умножение. Тень моя была. Можно так и добавить, допустим, еще одну кривую вот здесь вот, сделать ее белой. Эту точку тоже надо сделать белой, наверное. Ну вот так уже виднеется какая-то тень, даже у меня вот тут что-то такое появилось. А, кстати, можно. Так, давайте, в общем, закончим, ладно, с моими границами. Так, раз. Ну, по сути, два, она точно такая же. Идет где-то вот здесь вот. Вообще в оригинале они даже тоньше гораздо, да? Один и немножечко поярче. И самая последняя кривая на самом-самом таком верху. Вот, и она самая тонкая, ее сделаем. Это что-то совсем тонко. Так, тут у меня видно немного шума. Это на самом деле больше, скажем так, даже на фотке шум. На фото как такового шума нету. Так, и вот здесь вот немного, конечно, у меня вот этот вот цвет, он совсем немного не то. Ну, так даже больше подходит. Так, ну, мне кажется, издалека, мне кажется, все уже очень похоже, да, в принципе, даже и ничего. Осталось нам нарисовать капельку.